1250 квадратных метров общая площадь нового центра смешанных единоборств Top Team Сибири. 750 занимает главный спортивный зал. Здесь одномоментно могут тренироваться порядка 100 человек, причем заниматься разными спортивными направлениями. Здесь у нас три основных вида спорта: смешанное единоборство, вольная борьба и кроссфит. Также муниципальная часть, бесплатные часы, это дзюдо. В административной части душевые, раздевалки, технические кабинеты, вестибюль. То есть все основные помещения сопутствующие. Уникальность объекта в том, что строился он на условиях государственно-частного партнерства. Общая стоимость порядка 100 миллионов рублей. Доля государственного участия составляет около 65%. При этом объект остается в муниципальной собственности, а предприниматель берет на себя обязанности по эксплуатации и управлению центром единоборств. Кстати, для федерации и спортшкол Top Team Сибирь предоставляет так называемые бесплатные социальные часы. Это первый проект, который в Барнауле состоялся в рамках спортивного и государственно-частного партнерства. Конечно, хотелось бы, чтобы это развивалось, подхватывалось и другими нашими предпринимателями. Помимо спорта мы видим здесь и очень важный воспитательный процесс. В новом центре единоборств не исключает, что когда-нибудь здесь появятся группы и по бразильскому джиу-джитсу. Планируют также приглашать профессиональных бойцов для проведения мастер-классов. Ведь у центра есть задача не просто вовлечь в спорт, но и вырастить чемпионов. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.